Здравствуйте, мои дорогие друзья! Поговорим сегодня маленько о копчении. Как подготовить рыбу к копчению. У многих не получается почему-то закоптить именно в моските. Ну и маленько о традиционном тоже копчении поговорим. В моските не получается закоптить у многих рыбу. Вот смотрите, рыба должна быть вот именно красная, вот красная. Видите, она вон не ломается, ничего. Она должна быть подвялена. Вот это блеск, вот блеск, это вот дает сам сахар. Правильный посол, можно сказать. Вон, видите, как блестит. Это вот красная рыба. Она не ломается, не гнется. Вот она завялена. Именно завялена, а не засушена. Не давай, если вы, как, завялена циклично. Вот примерно в ШВСе вялилась у вас, 3 часа вялилась, и надо час отдохнуть. Потому что, когда она вялится, начинает вялиться, здесь покрывается коркой. Такой жесткой коркой. Которая не дает внутренней влаги выходить наружу. Вот поэтому вялится циклично, чтобы 3 часа она сушилась, и вот эта корочка, час отдых, и влага начинает выходить, просачиваться через эту корочку, и, соответственно, влага уходит. Вот она завяленная кита. Вот здесь вот еще вот косички, вот они завяленные. Они влаги, можно сказать, уже там минимально. Именно завялено, а не засушено. Засушено это уже совсем другое. А вот именно завялено. Вот так вот она должна быть выглядеть. Также вот смотрите. Сазанчик. Вот это блестит, это жир. Это жир. Он совершенно сухой. Он, смотрите, ну как сухой, он завяленный именно. Его уже можно прямо сейчас есть, вот вяленый. Вот такой вот он, без чешуи. Также вот сом. Вот видите, жир, вот этот блестит, это все. Сахар, соль сработал, это не влага, это жир. Вот такой вот он сухой. Вот он здесь совершенно сухой. Это типа полубалычок, сама маленький. Скумбрия. Скумбрия, вот у многих вообще скумбрия не получается. Вот смотрите, она совершенно сухая. Смотрите, видите, брюшко чуть-чуть желтизну дала. Это уже стал просачиваться жир. И, соответственно, здесь уже влаги минимальные. Внутри она вот тоже совершенно сухая. Вот видите? Все, вот такая скумбрия у вас завялится по-любому. Ой, завялится, закоптится. Как при традиционном копчении, это копчение где-то будет часов 8-12, так и при электростатическом копчении. Вот балык китовый. Вот он плотный, он завяленный. Если вы постоянно будете его обдувать, вот постоянно в ШВСе будете обдувать, он у вас засохнет, вот здесь поверхность засохнет, покроется корочкой. А внутри влага останется. Когда вы повесите в коптилку, начнете коптить, вот здесь вот корочка, влага начнет выступать наружу, и у вас дым не ляжет просто на поверхность. И не прокоптится. Влага для копчения, для холодного копчения неприемлема. Вот такие вот балочки. Сейчас мы вот это все отправляем в коптильню. Коптить будем. Думаю, час, не более. За час оно все закоптится. При традиционном копчении, у кого просто дымогенераторы, там бочки, коптильни какие-то, выносные дымогенераторы, это копчение займет от 8 до 12 часов. Вот сейчас будем коптить в электростатической коптильне. Здесь маленько другая технология копчения. Температура копчения, вот именно красных пород рыб, лососев, должна не превышать более 28 градусов. А то будет у вас свариваться белок, выступать наружу, и у вас рыба будет, можно сказать, полугорячее копчение. Если вот такая просто белая рыбица, то можно 30-33 градуса вот так вот коптить. И это именно в электростатической коптильне, не более 30-33 градусов. Потому что там процесс копчения происходит быстро, накладывание дыма идет быстро, пропитывается дымом она быстро. И поэтому она просто не успевает, как сказать, свариться. Если при традиционном копчении коптить, то температура копчения оптимальная, вообще оптимальная для холодного копчения 23-25, ну максимум 28 градусов. Ну вот все, рыбку поместили в коптильню, в электростатическую. Сейчас будем коптить в течение часа. Ну, соответственно, закладываем в зольник дровишки, ставим температуру 300, ждем, пока хорошо пойдет дымок, и включаем холодное копчение. К
Коптить буду просто на ольхе с добавлением мандариновых сушеных корок. Для красной рыбы это вообще бомба. С мандариновыми корками коптить. Ну и для любой другой рыбы тоже очень вкусно. А вот именно для красной, вот здесь вот балычки. Надо, чтобы когда укладываете, вешаете, расстояние между рыбками тоже было выдерживать. Чтоб дым, а то вот так многие повесят, вот так рядом. И думают, что она закоптится. Она вот здесь вот дым наложится. А вот здесь у вас будет не прокопченная. Надо, чтобы дым гулял между рыбкой. Также и по скумбрии. Я смотрю, многие скумбрии не получается закоптить. А я считаю, скумбрия это вообще одна из самых легких рыб, которую можно закоптить. Скумбрия и селедка. Все, приступаем к копчению. Вот таким вот набором дровишек на один раз будет достаточно закоптить рыбку. Соответственно, мы на 300 разжигаем, потом перейдем на 250. Вот внутри сушеные мандариновые корки. И все. Это ольха. Почему, скажешь, почему она не красная? Потому что я ее храню в чурках. Сейчас покажу, какая. Вот так вот она на чурках хранится. Здесь идет вентиляция, она сушится. Соответственно, карася убрана. Соответственно, кто использует щепу для копчения, вот эти мандарины корки просто надо помельче растолочь, перемешать с щепой, и будет тот же самый эффект. Как для холодного копчения, как при традиционном копчении с дымогенераторами выносными, так и при электростатическом копчении. Смотрите, видите, слабый дымок пошел из-под поддона. Сейчас закрываем коптильню, ждем еще минут 5. Чтобы камера наполнилась дымом. И включаем холодное копчение. И соответственно переводим уже нагрев зольника на 250. На 250 так и будем коптить. Он будет поддерживать копчение. Кому кажется, что зольник недостаточно хорошо греет, я вставлю видео моего друга, небольшое, как настроить сам регулятор зольника, этот терморегулятор. Чтобы он грел более мощно. Игорь из Петропавловска, привет. Петропавловск, который находится в Казахстане. Смотрите, москитчики. Вот видите, допустим, кнопка не горит зольника. Берем вот такую маленькую отверточку фигурную. Снимаем вот эту хрень. Здесь внутри я уже расковырял. Вон там есть болтик. Вставляем отверточку туда и начинаем крутить. Сейчас скажу куда. Оп, видите, против часовой крутим, добавляет градусы. Зольник загорелся, значит заработал. Вот, выставляете где-то вот так. У меня сейчас зольник горит, поэтому там где-то 300 есть. Вот, грубо говоря, так. Теперь одеваем вот эту хрень на место 300. Выключаем, выключается. Смысл в том, что дрова запаливаются. Это быстренько, если у вас процесс идет, мясо в коптилке, и вам паяльной лампой дрова не разжигать. Здесь надо будет выцарапать пластилин красненький или какая-то фиксаторная смазка есть. Или герметик, что-то в этом роде. Все, пробуйте. В процессе вот так бывает. Прошел ровно час. Мы зольник выключаем, нагрев зольника. Это можно не трогать. Дым я имею в виду. Он автоматически выключится, так как здесь уже на нуле стоит. Сейчас отключим холодное копчение. И подождем минут 15, чтобы вышел лишний дым. И будем открывать и смотреть, что там у нас получилось. В течение часа коптильню я не открывал ни разу. Открываем коптильню. Все равно запах дыма. Дым еще выходит по чуть-чуть. Вот смотрите, что у нас получилось.
такая вот рыбка. Золотая. Вот она, скумбрия. Золотая. Если кому-то кажется, что цвет недостаточно лег, я имею в виду в этой коптильне, ультрастатической, не волнуйтесь. Лучше подождите, повесьте в ШВС рыбку. Пускай она у вас отвисится часа 3-4. И вы увидите, что она вот цвет набрала, потемнела, она пропитается всеми коптильными веществами. Можно сказать, созреет. И она у вас будет золотая и красивая. Ну все, сейчас мы эту рыбку всю копченую убираем. В ШВС вешаем. Проветриваться. И обязательно перед следующей закладкой протираем. Вешала протираем. Изоляторы протираем. Вот этот проводок. Вот этот протираем вот полностью. От влаги убираем. Стенки протираем. Видите, вот конденсат. Обязательно протираем. Дело как можно меньше, чтобы было влаги. И, соответственно, закладываем уже следующую партию для копчения. Ну вот мы все протерли, загрузили уже следующую партию. Да, после каждой 5-6 копчений вот под поддоном находится выход дыма, где вот то отверстие, и внутри там цилиндр. Обязательно тоже протирайте, там вот скапливается дёготь, влага. И когда дым будет через него проходить, он будет, можно сказать, портиться, и у вас будет гарь на продукте. Вот под поддоном там такое отверстие, откуда дым выходит. Все, отправляем следующую партию коптиться. Вот смотрите, провисела в ШВС буквально 2 часа. Она, смотрите, какая золотая становится. Это она еще цвет не набрала. Вот видите, балочки какие. Золотые, сомики. Видите цвет? Еще раз напоминаю, если вам кажется, что цвет не лег, то это еще не расстраивает, это еще ничего не значит, что он не лег. Я имею в виду это вот именно про электростатическую коптильню. Вы же не хотите, наверное, черное есть. Когда вот слишком вот делают, коптят в электростатической коптильне прям до черноты, ну как, такой прям до золотого цвета, до коричневого цвета. А потом, когда оно полежит часа 3-4, она становится прям... Ну, прям черная, можно сказать. А вот так вот она подкопченая в цвет. Вот ну, скумбрии, вот балычки китовые. Видите, она вся желтенькая, красивенькая. Не перекопченная. Она сейчас еще цвет наменяет. Еще на пару тонов станет темнее и красивее. Вот они косички. Все, что вот вместе мы коптили, вот оно все лежит. Так что пробуйте, экспериментируйте, старайтесь. Всем удачи, здоровья, ну и до скорых встреч!